Это Север! Вася! Всем привет, друзья! И вы снова на Васянькиных историях, и я вам рад. Хочу рассказать вам, как я здесь недавно заболел. Чё приболел, чё-то, ага, горло зашипело, в голове заскрипело. Пришел к доктору. А у них, блядь, как у всех врачей, сейчас одна болезнь, это, коронацинус. Ой, коронавирус, во. Но, давай, говорит, буду называть тебе симптомы, а ты соглашайся, те не те. Есть, нету, я говорю, давайте. А обоняние есть? А обоняния нет. Ну, в моем случае, это, знаете, большой плюс, потому что на 5 квадратных метрах нас живет 5 человек, 5 рабочих мужиков. Там лучше обоняния нет. Да. А вот это, говорит, желание работать, говорит, усталость, говорит, есть. Это усталость и нежелание работать у меня с самого начала, как только на работу пришел, да. С первых рабочих дней в моей жизни. Ха. Ну чё? Говорит, ну всё, коронавирус у тебя, всё, на изоляцию. Чё, поселили меня в какую-то будку. Ха. Всё, говорит, здесь будешь 2 недели жить. Прикинь? Ну чё, поселили в эту будку. Вечером врач приходит. Говорит, так, вот это выпей, вот это пососи. Ну и дали мне воды с чупа-чупсом. Я понял, что таблеток нету. И ушли. Ну хорошо, водила у нас, да, коллектив у нас братский. Первые ребята украинцы пришли, водилы. Ага, приносят сало и горилку. Говорит, сейчас будем лечить, пить, и пока хворь не покинет нас. Что вам скажу, после часа такого лечения, потому что это лечение от пьянки вообще ничем не отличается, но так же все, и музыка, и песни. С утра понял, что хворь не ушла. Даже наоборот добавилось. Появилась головная боль, тошнота и неприятный запах изо рта. Че, на второй день братья-казахи пришли, ага. Тихо так улыбаюсь, говорит, слушай, мы сейчас тебя вылечим. Вот это, говорит, надо выпить, а вот над этим надо подышать. И тебя точно к утру отпустят. Че, они были правы? Выполнил все, что они сказали, меня только утром и отпустило. Потом братья-водилы буряты пришли. Да, но не сразу, видать, парни подготовленные, химики что ли, что-то вот зелье какое-то приготовили. И понял, что процедура от казахской вообще ничем не отличается. Да, но есть некоторые разницы. Сушняк с утра сильнее. Ох! Ну чё, потом вся рабочая братва поняла, что ко мне никто не ходит из начальства. Ну не только из начальства, ко мне, если честно, и повара не приходили. Чем я там мухами должен был питаться, сам не понимаю, как выжил. Ну чё сказать, чё там в этом только не было. Чё мы там творили? Даже и кафе-бар открыли, ага. Коронахаус назвали. Ну, счастье было недолгим. Через неделю произошел рейдерский захват. Да, нас захватил продавец рыбы в виде генерального директора. Но, ну точно рыбы продавец, что, зашел сразу, как давай лещей раздавать. Ну, мне прям 2 килограмма лещей продал. Я вообще, если честно, рыбу-то не люблю. И такой с гордостью заявил, говорит, что на нас участок пришла новая вакцина. Да, в виде 5-литровой банки марганцовки. Вводиться через клизму должна. Ну, поняли как, да? Я понял, что я полностью выздоровел, можно сказать, излечен. Прям быстрее всех на работу побежал, да.
Вот так, друзья, и произошло мое полное излечение. А вам желаю только здоровья и спасибо, что вы со мной. Всем добра. Вася, ну кто его не знает.